на человека при входе в зону идентифицируется системой как некий виртуальный объект. Для него создается, опять же, виртуальная корзина. И в процессе перемещения по зоне данная корзина наполняется. То есть, система сенсоров и датчиков, расположенных в зоне. То есть этот магазин условно начинен электроникой, что позволяет нам фиксировать нахождение всех объектов внутри зоны, где они расположены и как они между собой взаимодействуют.